Всем привет, с вами Ирина, и сегодня мы заканчиваем своеобразный марафон новых орхидей. Надеюсь, это не последний марафон в таком количестве. В этот раз было 7 орхидей. Если вы не видели предыдущее видео, переходите по ссылке сверху или внизу в описании под видео. Ну а этот экземпляр, конечно, я оставила напоследок, потому что мне кажется, что он самый невероятный из всех, что я когда-либо встречала в мире орхидей, по крайней мере на данный момент, и я очень жду, чтобы распаковать его и побыстрее рассмотреть каждый цветочек. Как вы уже поняли, это фаленопсис. До этого у нас участвовали в этом мини-марафоне не только фаленопсисы. Никаких обозначений на стаканчике нет, так что просто достаем и смотрим. Ну вот, друзья, как всегда, хотела достать орхидейку, но нет, она досталась из горшка. Эту орхидейку я покупала в Марткауфе, как и все остальные 6, за 6,86. То есть очень даже приятная цена, в 2 раза ниже, чем зимой. Заодно будет повод ее первой пересадить. Да, уже видно, что тут торфяной стаканчик. Рассмотрим поближе. Все ли у нее тут нормально? Все нормально вроде. Да. Несмотря на фиолетовый цвет. Это, я думаю, такая особенность, потому что орхидея темная. Еще маленький листочек. Так, вот эта окантовочка уже не очень красивая. Я думаю, нужно будет чем-то обработать, на всякий случай. Итак, давайте наконец-то рассмотрим цветочки. Вот такая роскошная орхидея. Если я не ошибаюсь, то это Magic Art или Каменная Роза, или то и другое вместе, или Каменная Роза с цветением Magic Art. В общем, это орхидея с нестабильным цветением, как вы уже поняли. Видите, на ней можно увидеть разные цветочки. Цветок Каменной Розы и полностью цветок Magic Art. Я думаю, мы где-нибудь найдем сейчас ровненькие. Такого я еще не видела, друзья. Смотрите. У него левая часть цветочка маленькая пошла, поэтому серединка скосилась. Вот здесь цветочек более-менее целый, ровный, да? И ровно вот так пополам идет полосочка. Красиво так. Такие бархатистые цветочки. Сзади цветок примялся. Я думаю, он быстро отсохнет. Так что мы его рассмотрим. Вот такой роскошный экземплярчик попался в обычном продуктовом магазине. Кто бы мог подумать. Вот здесь еще цветочек, смотрите. Тоже половинка процвела Каменной Розой, половинка Magic Art. Если я ошибаюсь, друзья, в названиях, напишите мне, пожалуйста, чтобы и я, и остальные, те, кто смотрят наш ролик, могли тоже увидеть ваш комментарий. Вот, смотрите, тоже цветочек перекосило из-за того, что он неправильно процвел. Вот этот тоже. А вот эти вот уже как Каменная Роза. И вот этот тут такой самый ровненький из всех.
конечно же, интересно будет наблюдать, какое будет у него следующее цветение, потому что оно может выровняться и стать каким-то определенным, либо таким, либо таким. Ну, мы это посмотрим уже в следующем году, скорее всего, как она будет цвести. Корешков у нее, конечно, к сожалению, немного, но я думаю, что ее красота это компенсирует. И надеюсь, что они скоро вырастут у нас в домашних условиях. Ну и так как она выпала из горшочка, то это первая орхидея на пересадку. Так что оставайтесь со мной, надеюсь, вам понравился этот марафон. Переходите, также смотрите другие видео. А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока, хорошего вам настроения. Увидимся в следующих видео.